А бывший заместитель главы Болотнинского района Новосибирской области сегодня выступил в суде с последним словом. Александра Юркевича обвиняют в получении взятки в 53 миллиона рублей, крупнейший за всю историю региона. Подсудимый свою вину не признает. То обвинение, которое мне предъявлено, оно не удерживает никакие нормы и критики. Но тем не менее, мы находимся в данном суде. И я хочу предупредить судью Макиенко об уголовной ответственности за вынесение неправомерного приговора. Экс-чиновник заявил, что судьи Заельцовского суда занимаются самодеятельностью, принимают неправомерные решения и не несут за это никакой ответственности. Напомню, по версии следствия, Юркевич за взятку 53 миллиона рублей обещал стройфирме помощь в выделении земельного участка площадью 200 гектаров под коттеджный поселок. Гособвинение просит приговорить его к 10 годам колонии и штрафу свыше 100 миллионов рублей. Отмечу, максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы, а штраф и вовсе мог составить 70-кратный размер взятки, то есть почти 4 миллиарда.